Итак, ну что ж, всем привет, с вами Марк, и сегодня финал, по идее. Поэтому, да, последняя часть прохождения Tomb Raider. И мы идем спасать. Ой. Это мне нужно. А, у меня максимум. Они еще все умрут, я угадал? Но это у нас тоже все на максимум. Вот это мы, конечно, крутые, ребята. Мы прям вообще крутые. Так, тут жесткая буря начинается. Я не могу бежать даже. Да ну. Ну ладно, мы хотя бы вниз упали. Уже хочет. Живи! Тихо, нет! Ой, какая же жесть здесь происходит. Хо-хо-хо! Нифига себе. А, то есть они меня обстреливают. Ок. Ребята, вы не на ту напали. Вообще. Гори в аду. Давайте, приколисты, лезьте, давайте. Ой, а чё у вас так это? Пошел отсюда. Я всех сейчас замочу. Клоуны. Куда ты побежал? Подожди, а там один вообще... А вообще свалил, что ли? А, крыса! В спину зашел. Перофлишь? Ой. Ух ты, ничего, прикол. О, нет. Да тут какой-то ад уже происходит. Подожди. Давай, давай, сделай что-нибудь, клоун. Подожди, а нам надо вообще болить, или мы можем в одном месте сидеть? Пофигу. Ну, мне кажется, нет, они вроде... Или да. Ну, блин, какой же ты молодец, а. Что-то их реально много становится. Так, а у меня, кстати, патры заканчиваются. Надо валить. Все-таки надо валить, я вас понял. Еще мы сидим, кое-что мнем. Идите нафиг. Я вас просто оббегу, ребят. Вы же не против? Что-то... Вот такое ощущение, что это просто бесконечная армия клоунов. Я даже скажу так. А, что делать? Стреляет. Он, блин, он еще и выжил, да? Уже нет. Так, подожди, а что нам делать? Нам надо понять, что делать. Что взрыв? Нет. Слушайте, ребята. Что-то у вас совсем много. Дайте мне уйти просто, и все, я вас уничтожу. А нифига он мне дамажит. Мне просто надо убежать. Нет! Блин, у них это броня. Все, это рип, ребят. Это конец. Не, мне кажется, мы должны их все купить. Жесть. О, компенсация у меня. Ачивка. Патры, что ли, закончились? Да ну. Да, у меня патры везде заканчиваются, офигеть. Я никогда столько не тратил. Клоунов. Жесть. Хорошо, лук хочешь? Ок, будь за луком, братан. Они еще идут. Да как ты не умираешь, ты, ёпер? Они идут дальше. Так, надо что-то думать. Как отсюда выбраться, ребят? Кто-нибудь мне объяснит? Так, ладно, надо уходить, значит, отсюда. Блин, там 5, это бомба. По одному заходим и сливаемся, ребят. Нет, все, это ГГ. Я, насколько понял, нам надо их всех убить.
понял. То есть настолько все плохо, короче, у нас. Давай, давай, иди сюда, клоун. На, взорвись, клоуняра местная. Короче, я насколько понял, тут возможно всех убить. И нам на... И там вот стена, короче, должна открыться, насколько я. Ну, дропаж топовая тема. Мне кажется, этим никто не посмотрит. А ты что тут? Братан, сгори нафиг. Ну их тут не бесконечно должно быть. А ты что тут забыл? Как тебе такое, братан? Через текстуры не получается, да? Ну все же, разве нет? Да, все, видите? Тут всех надо было убить. Да, вот, все, и сейчас мы можем оттуда выбраться. Ну отсюда. Туда, короче, пройти, блин. Че я говорю? Так, ну пока есть время, думаю, можно их залутать, наверное. Хотя это финал, насколько я понимаю, сейчас скоро будет. Мы к нему приближаемся. Но давайте чисто по приколу походим. А, вот, вот, слушайте, а нам патры надо собрать, точно. Вот патры нам нужны будут. Это 1000%. Судя по тому, сколько их тут, патры нам пригодятся. Но вот видите, у нас не особо много-то. Блин. Я еще забываю, что у нас есть этот... Взрывчатка, короче. Забыл. Так, ну патры я вроде более-менее... Ну, собрал. Так, стрелы у нас, правда, тоже вроде как не фул. Ну, ладно, у нас других вариантов нет. Ой, ну это было жестко, слушайте. Что-то они... Они прям вообще жесткие. Это что, босс главный, что ли? Блин, а что, его убивать надо? Нифига, его скинуло, что ли, просто? Ничего. Не, ну он гигантский. Да, его скинуло. Все, надо быстрее сбегать. Готовиться. Да блин, что-то подлагивает-то иногда. Так, двери закрылись. Какие-то трупы. А, у нас максимально уже патроны, слушайте. Ну так это хорошо. Это не может не радовать. Да, документ. И надо открывать дверь. Все, врываемся. Очень страшное место. Я вижу, что тут надо будет походу фигачить, да? Хм, интересно. Very, very interesting. Так, что нам тогда в таком случае делать? Подожди, в это тоже стране. А что надо сделать-то? А, ну это сначала открыть. А, все понятно. Ну опять какой-то пазл сейчас будет непонятный. Теперь это все объясняет. Я не в ту сторону, короче, пошел. Нам было сначала открыть. Окей, энд. Так, и что мы можем сделать? Мы можем вот так сделать. И чё? Это нам дает? О, историк! Я был вын. Дали мне ачивку. Так, подождите. Нам, получается, надо... А, я, наверное, понял, что надо сделать. Надо вперед, может быть. Нам же вперед, типа, надо пробраться. Может просто закинуть туда, и он разобьет сейчас? Да, 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 да. Все. Ну это легко было. А, и теперь... Попасть туда. Я, наверное, понял даже как. Может как-то запрыгнуть? Вот эту фигню. Как-то попробовать. Давайте попробуем, не знаю. Блин, на нее не запрыгнешь, по-моему. Так, короче, я уточню, в чем рофл. Так, во-первых, тут есть дроп. Да, вот тут я уже посмотрел.
артефакт у нас. Этому китайскому гончарному. Да, да, да. Спасибо. Так, короче, что нам надо будет сейчас сделать? А, так, нам, по-моему, сюда надо для начала. Сколько я помню. Да, нам надо закрыть, короче. Хренотень. И потом. И потом. Сделать магию, короче. Надо опустить эту фигню теперь вниз. Все. А нам не надо вращать, в этом прикол. Теперь мы забираемся вот сюда. Наверх. Тут у нас будет Дробчанский. Ой. Да. Карта найдена. И тут у нас будут запчасти. Все супер. Так, берем лук. Так, нет, нам надо в центр. Вот сюда вот. Берем лук и тянем его, короче. Эту фигню сюда к нам. Все? Я смогу. Я перепрыгну. Да, отлично. Вот так вот все и происходило. Ух. Императрица Солнца. Огненный обряд, выбор преемницы императрицы. Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Так значит... Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Она передает не власть. Она передает душу. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первый и последний. О, боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Но ты ее не получишь. Ну да. Сэмми. Вместилище для души императрицы. Я должна это прекратить. Давай, я не против. Нам надо только валить куда-то. Вот сюда. Насколько я понимаю, нам надо валить. Ух, сейчас веселуха-то какая будет. Ой, какая веселуха сейчас будет, ребята. Вы просто не представляете. Точнее, я сам не знаю, что там будет. Я просто... Если что, если вдруг кто-то не понял. Еще что-то. Так. Конечно, дропчик собираем. Нам в костер. В костер прям, да, запрыгнуть. А, вот и костер. Сейчас я тут. Быстрый переход после этого лагеря будет невозможен. Да вообще все равно. Нам игру пройти. Нам надо похоже. И пройти игру просто, вот и все. Так что, давай, братан. Что у нас по запчастям? Так. Дробовик, да? Так, а мы еще до сих пор не можем, да? Не хватает, блин. Давайте лук тогда прокачаем, если можно. Но мне опять не хватает, нифига. Ладно, хотя бы пистолет, не знаю. Да, у меня просто не все прокачано. Давай вот это прокачаем, пофиг. Я просто буду прокачивать все, что можно. Быстрый переход будет недоступен. Пофиг, погнали, ребят. Начинается самое веселое. Жесть, это холод, да и вообще пофигу. Лара у нас теплая баба, поэтому... Не, горячая будет, горячая баба, поэтому... Ей вот вообще вот пофигу, что тут холодно. Ух ты, падла, ну тебе конец. Зачем ты это делаешь, магия? Думаешь, ты героиня, Лара? Да. Все, что я совершал, было ради выживания. Сколько жизней ты отняла во имя того же? Действительно. Здесь нет ни одного героя. Только выжившие. Пимика опасна, Матиас. Она разгневана и мстительна, и власть ее велика. Отдать простую смертную императрице? Совсем недорого за нашу свободу. Ох. Ш-
Что же делать? Что же делать, ребята? Мои дорогие. Нужно найти другую дорогу. Конечно. Понял. Понял, принял. Погнали. Ту-ду-т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 у-ду
Ну, где? О май год. Давай, хорош. Найс. Найс, найс. Так, ладно. Да стой ты еще. Рано еще прыгать. А вот сюда. А сейчас да. А сейчас нормально. Да, местечко. Ух ты, нифига, тут сугробы еще. Я понял намек. Блин. Как повернуть-то его, ёперный театр. Блин, да дай. Вот, блин. Да туда херачься, ёперный. А, ну, в общем, надо, по-моему, вот как-то вот так вот здесь профигачить, и он сам профигачится, да. Отлично. Супер! Погнали наверх. Так. Опа, куда нам? За что нам зацепиться? А, понял. Понял, за что. Прям вот так вот и полезем, да? Нет! На Е нажми! Отлично. Что нам получается? Куда прыгать? Ой. А почему так страшно? Лара, берегись! Эти ублюдки направляются к тебе! Мы задерживали их сколько могли! Спасибо, Рейс. Садитесь в катер. Если я не вернусь... Мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать. Ну ладно. Хотите, как хотите. Блин, блин. О, ничего себе. Ну что, по скалам погнали. Интересно. Very, very interesting. Ой-ой-ой-ой-ой! Жесть-то какая, а? Нас-то это не остановит. Блин, на такой тонкой веревке, конечно, при таком ветре. Ну, нормально, нормально вообще. Вот, знаете, вообще вот фиолетово абсолютно. Лара у нас вообще бессмертная. Подожди, а нам наоборот наверх же надо. Подождите, а нам случаем не туда надо будет? Могу как-то туда забраться? Да, смотри, я забрался. Отлично. Так, окей. Ну тут нам еще нечего делать. Так, патры мы тут собрать не можем. А нам надо прямо наверх, да? Да, жесть. Пофигу, сейчас ничего не разломается, конечно, да. Мы спокойно абсолютно пролезем. При таком нереальном просто снегопаде. Нам-то пофиг. Лара у нас реально бессмертная просто. Да, жесть. А что делать-то? А, понял, что делать. Ты нифига. Так, ребята, слушайте, тихо. Все, супер. Давай, собирайся, Лара, мы в тебя верим. Садись.
Убей его, ёперный театр. Излейся и пробудись! Да ну! Что происходит? На самом деле это довольно страшно. А еще бегать не могу. Нас замедлили. А ты что тут забыл, братан? Ты нифига. Ребята, вы что тут забыли? Да ну нафиг. Да вы серьезно? Почему всегда так? What the fuck? Откуда они вообще там взялись? Кто следующий? Ты следующий? Ладно. По очереди, ребят, по очереди. Ой, я что-то шучу сейчас, меня обстреляют. Ты нифига мне в голову прописал. Ждем. Ну все, сделать ничего не можете, да? Ну, блин. С щитом он там ходит. Да, конечно, кому-то рассказывает. Ребята, вот и все. Где еще клоун? Давай, мне покажи клоуна еще. Пошел отсюда. Куда мне их? Нифига, ну я в него, подожди, мне казалось, или я попал? Да ну нафиг. Интересно, мне вот просто интересно, будет ли хэппи-энд? Мне показалось, или ее как будто прижало? Ладно, не важно, забейте. О, еще их давит. Кого-то не сдавило. Блин, откуда вы, ребят, берете? Да откуда, ёперный театр? Все, забейте. Ладно, дубль номер два. Серьезно, я вообще не понимаю. Да блин, хрен ли... Ты же вон. Тебя кинь, молот, блин, ничего у тебя там. Я надо даже пистолет ставить. Тут просто нельзя торопиться, я это уже понял. Они идут изо всех щелей просто, нет? Сгорите нафиг, короче. О, не место. Еще будет? Да, я еще слышу, вон. Самое веселое. Но они легкие, на самом деле, их легко байти. Блин, вот этот. А вот этот уже. Всем легкий был, ладно. Признаюсь уже. Так, я их всех сметал. Да пофиг вообще. Я вижу его. Но выживут ли они? Вопрос довольно интересный. Да. Ух ты, нифига он там. Ну, Ларе пофигу. Ларе вообще все равно. Чё так медленно идёшь, ну ё... Ой.
Ну им конец. А чё нам с ним делать? Это главный босс, походу. По нему урон не проходит, да? Да, в голову не кидаем урон. А! Не получилось так. Его у меня просто хватает, да, в этот момент? Подожди, а что сделать? Да-да-да, смотри, что я делаю. Он, короче, когда промахивается, ему урон проходит. У него что, в спине там что-то? Слушай. Да, по нему, походу, урон по спине проходит, смотри. Надо ждать, пока он замахнется. И по... Да-да-да, у него там брони нет. Все, прощай. Ну я же нажал F! Обожаю эту игру, ребят. А, я понял, извиняюсь. Все, я понял, в чем рокнул. Там маленький круг, типа, надо попасть. О, попал. Че с ним? Он типа как возродился? Приколисты пришли. Бери приколистов, и я тебя убью. Спокойно. Да блин, как он попал-то? Он же промазал вроде раз. Попал. Попал еще. Два раза попал. Еще раз попал. Попал. Еще одна волна. Окей. Ну, тихо. Да блин, ну ёперный театр. На, нафиг тебе. А, его просто мочить теперь надо. На тебе. Я жму Е и все. Все, он мертв. Нифига, конечно, у него лицо там. Ну теперь осталось самое главное. Осталось самое главное. Так, что делать будем? Я же нажал на ёперный театр. А ему вообще пофигу, да? Нет. Я нажимаю. На нафиг, клоун. Все. Ну ему пофиг вообще, да, что ему в голову стреляют? Отличная игра. Да чел даже в голову не умирает. Ну все, наконец-то он умер. Прощай, клоун. Так, а что с ней делать? Застрели ее нафиг тогда. Что? А что еще будет? На нафиг. Нормально мы ее воткнули. Ну что, она жива там хотя бы или нет? Сэмми. Или... О, Сэмми. Слава богу. Да, она жива, смотри. Лара, что происходит? Я здесь. Все кончилось. Все хорошо. Все хорошо. Ты спасла меня.
Я верила. Я ведь обещала. А теперь домой. Отлично. Наконец-таки, ребята. Наконец-таки мы это сделали. Блин, это вообще жестко было, конечно. Тут у меня аж слов не находится особо. Жесть, жесть какая. Все, погода успокоилась. Можно уплывать домой. Они выжили все-таки, окей. Супер. Это Лара! С ней Сэмми! Она справилась. Что, у нас четверо, получается, осталось всего в живых? А сколько у нас всего было, я уже даже не помню. Думаю, она поправится. Ну, двое у нас точно, помню, вымерли уже. Еще, по-моему, кто-то, да? Или я уже забыл? Что а, да-да-да. Там больше, там трое или четверо. Кончено. Можно плыть. Ладно, давайте убираться отсюда. Все, наконец-таки мы спаслись, ребята. Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. Но он был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. Угу. О, рождение легенды мне дали ачивку. Я так понимаю, это за прохождение, скорее всего. Треугольник дракона без даты. 6.15. Холодного мангового сыра. А мы с Алишей сразу же пойдем в пиццерию. Вам что-нибудь нужно? Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. Отлично. Я еду не домой. Даже так. И, в общем-то, я так понял, что это все. Да. Ну что же, я так понимаю, сейчас титры будут. Что у нас там будет? Да, опыта мне даже дали. Да. Да, мы... Все, мы прошли эту игру. Крутая игра была. Все-таки мне понравилась. Конечно, да, она нереалистична. Ну окей, это же Tomb Raider. Что можно еще тут ожидать? Но было круто. Ну тут даже фотку главных создателей этой игры. Разработчиков, главных разработчиков. Вот, да, вот их тут фотки, короче, спасибо им за игру, конечно, игра реально была в плане вот, она реально была интересной, то есть можно было, конечно, мы там не прошли эти гробницы, я их вообще не исследовал, кроме одной, то я не доисследовал, но в целом, то есть и полутаться там, и поулучшать, короче, вот побегать, чисто было интересно, у меня вопрос, можем это пропустить? Да, можем это пропустить, ну, короче, да, спасибо им, смысл смотреть, мне кажется, нет там фотки. Всех создателей им огромное-огромное спасибо. У меня вопрос... А, 67% мы всего, кстати. Можем вернуться на остров? Ага. Ну, мы этого делать не будем. А, тут еще и DLC есть. Кстати говоря. Ой, ладно. Ну, в общем-то, мы игру прошли, поэтому все. С вами был Марк. И всем пока.